Колдуем вместе. Ну почему нужно просыпаться каждое утро? Я так не говорю. Варя, перестань хулиганить. Ты всем мешаешь. В сегодняшнем расписании время на веселье не запланировано. Ой, похоже на Дашку. Так, достаточно. Успокойтесь. Очень своевременное и точное замечание, Варя. Прошу прощения, Марлен. Это я так, ради веселья. Тогда тебе точно понравится сегодняшний урок. Он очень веселый. Мы будем изучать заклинание слияния. С его помощью две волшебницы могут объединить свою магию и наколдовать нечто неожиданное и забавное. Сейчас я разобью вас на пары. Вас пятеро, поэтому кому-то придется работать со мной. Только не это. Лучше тренироваться там, где вам никто не помешает. Ну, пойдем, напарница. А? Бе? Вспым? Что за вспым? Дурацкая книга. И зачем я ее украла? А ты молчи. Тебя не спросили. Украла, значит, нужно было. Это же книга заклятий мудроземья. Ну, я так думаю. Ну и что, что прочесть не могу? Выучу их язык и... Вот же, вот! Она ведь из мудроземья! Ну и зачем я буду учить их язык? Силу дружбе подчиним, волшебство объединим! Что это? Это жидкий лед. О, как вкусно! Ура! Мы заставили их танцевать! С тобою, вдвоем, заклятие. Ты как-то невыразительно читаешь. С тобою, вдвоем, заклятие прочтем. Угу. А говорили, будет весело. Что? Говорю, с тобою, вдвоем, заклятие прочтем, силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Постой, надо вместе читать. Так и должно быть. Варя, почему ты превратилась в меня? Даша, ты чего? Это ты в меня превратилась? Мы поменялись телами. А как нам поменяться обратно? Даша, мне нужна твоя помощь. И нет, это не просьба. Стойте! Вернитесь! Даша! Варя, я спасу тебя! Вкусно! Здорово колдовать вместе. О, Варь, ты чего так несешься? У нас не получилось заклятие. Мы поменялись телами. А потом появилась Яга и схватила Варю. Она думала, что Варя – это я. Мы должны спасти ее. Варь, ты говоришь точь-в-точь, как Даша. Еще лучше, чем утром. Да я и есть Даша. Вот это розыгрыш! И как это у тебя получается? Очень талантливо. А где Марлен? Не, ну с Марлен у тебя не выйдет. Почему? Она же помнит, как ты утром Дашку передразнивала. И ее, кстати, тоже. Ты не Даша? Нет, я Варя! Варя, Варя! Ну вот что, хватит. Ты же из мудроземья? Мне тут книгу одну старинную подарили. Уверена, что тут собраны отличные заклинания. Давай, переводи, что тут написано. Не буду. И вы меня не заставите. Неужели? Как это... Она ко мне прилипла. Переводи давай, тогда сниму заклятие. Стой, ты же порвешь ее. Ну что ж, не хочешь, заставим. После маленького заклятия щекотки кто угодно будет слушаться. Ура, ты пришла спасать меня. А ты что здесь делаешь? Из-за тебя отличное заклинание щекотки в метлу улетело. А книга-то вам зачем? Смеешься? Сейчас я над вами посмеюсь. Видишь, молодец какая. Пообещала и смеется. Дашка, спасибо тебе. За что? Ну как, не бросила меня, спасла. Ой, да ладно. А ты что, разве бросила бы? Ну, конечно же, нет. Даш, а что, в той книге и вправду были какие-то страшные заклятия?
Это была книга анекдотов. И мы не помогли. Не поверили тебе. Отправили к Бабе-Яге в одиночку. Да уж, не очень веселое получилось занятие. А можно нам уже как-нибудь поменяться обратно? Да, конечно. Для этого нужно прочесть последнюю строчку заклинания наоборот. Попробуйте. Мини-деба Авзбешлов, мини-чдоб Ебжурт Улис. Варя, Даша, вы овладели заклинанием на еще более сложном уровне. Поэтому за работу в паре ставлю вам отлично. Подождите, подождите. Не получилось. Я все еще Даша. Ну и лица у вас. Варька, хватит уже всех разыгрывать. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал.